Смайлик. Вот сейчас что с ним случится. А вот еще одна. Круто. Вот эти лизуны продаются один за $15, два за $25. А в Китае их покупают за 25 центов. Лео, это такое маленькое лего. Кто это такое, Лео? Мамочка. Это тетя. Где мамочка? Мамочка ушла. Пристегиваем ремни, чтобы не вылететь. Ты же на пожарке летишь. Безопасность. Бесплатная реклама магазину Coach. Заходим и смотрим. Почем? Цены нет. Лучшее место, где можно попробовать чай. Тивана. Хочешь? Чай будешь? На. Шоколадный чай. Мама, вот это, папа. Шоколадный чай. Стаканчик $1. Но мы покупаем 2 унции, потому что он очень вкусный. And what if can we eat it? Will it taste like chocolate? There's pieces of tea in there, so I don't recommend eating it. Она даже смотрит, как шоколад. Что мы купили здесь? Что здесь? Шоколадный чай. Кто это, Лео? Кто это белые? Ангел. Ангелы? Да. Похоже на ангела. Мама, Лео, с тобой хочешь Мишка покататься? Давай на шею, на плечи. Я завтра на овечку, нет? Мама, да, на овечку не надо. Давай, мама, дай. Что ты говоришь? Оставляем машинку пожарную? Нет, мою. Как это твое? Это не твое, это мол. Это здесь. Это местная машинка. Все, оставляем ее? Нет, мою. Берем? Берем. Куда? Дома. А она влезет в нашу машину? Да. Как? Она ездит, она ездит. Ну она-то ездит, ну ты что, на ней сам приедешь? Поехали! Как это называется, Леон? Как это называется? Эскалатор. Эскалатор. Вот и закончилось посещение в молл. Скажи всем пока. Пока. С вами был кто? Леонардо. The American Boy.